Наркоманов ненавижу. Просто лоха есть. Вор из воров, правильно? Наркоман. Он, как всегда, что-то у Колбецкого его приглашал. Владимир Иванович, поставь мне Джет Ротала. И что он на кухне промышлял лого у Колбецкого? Так вот они сидели, они соседи там, в соседнем доме лого. Владимир Иванович, поставь мне Джет Ротала. И вот Колбецкий лезет в шкаф, а у него соседняя там дверь в шкафу, в соседнюю комнату, в стенке. Мне так понравилось. Когда он вылезал, ты говоришь, о, так ты синяя борода, Валь, помнишь ты? Владимир Иванович, поставь мне Джет Ротала, лого наркомана. Он полез за диском туда. А в этот момент лого на кухню хватает с плиты кипящий суп с картошкой, с курицей, слышишь, суповарку, и выносит на кухню, только с дымом, вниз и спускается, и Колбецкий бежит за ним, стой, негодяй, по лестнице с 4-го этажа. Это же крысятничество. Это ужасно, конечно. Как он рассказывал, Колбецкий лого привязывал веревку на чердаке и спускался с крыши к нему на балкон. Представляешь, что творится? Соседи увидели, вызвали ментов. А он специально просчитал, что Колбецкий пошел на работу, помнишь? В детскую пошел. По веревке. Это Колбецкий рассказывал. Это ужасные такие крысиные дела. Я ненавижу это дело. И лого открывает балкон, заходит, и менты Колбецкого с больницы вывозят. Ты чего делаешь? И лого сразу вывернулся. Как, что сказал? И менты отпустили его. Что он сказал? Он же проник с чердака через крышу, не боялся спуститься с крыши. Он же мог упасть. Негодяй. Прямо вот на балкон спустился. А мне сказали, Владимиру Ивановичу стало плохо. И он не может отвечать, вывернулся. Вот, ну как же мне? Колбецкий так смеется. Ну как же мне плохо, когда я в больнице работал, на работу пошел. Ой, хитрецы. Колбецкий тоже не очень хороший. Слышь, человек? А? Он и научил Шутова быть таким крысиным человеком. Ненавижу это дело. Воров ненавижу, блядь. Крысиные падлы.